сверху тоже неплохо видно. Там люди толкаются. Детский сад здесь. Это в каждом аквариуме я вижу. Вот это... Как они называются? Ну, понял. Надо вниз пробраться. Лаборатория, где они все это сортируют. Это электричество дает. Горячий ток. Это одна в аквариуме. Колючая. Прячется. Вот это тоже рыба. Выглядит как камень. Это коньки-горбунки. Я их вроде раньше не видел. С такой близины тем более. Рыбы-черви прячутся. Что спрятался Маринка? От души лица. Вон там, под этой. Передвигается, что живое? Это улитка какая-то. Это тоже тогда живое? Это улитки. Да, вот это улитка. Она покрыта водорослями. Но это маскировка конкретная. Это как водоросли сверху растут. Не как это растут водоросли сверху. Какие-то грибы. Это черная тоже. И явно мало места здесь. В воздухе. Нужно ловить их. Я поднялся на 10 этаж. Здесь будут дельфины. Здесь можно посидеть. Там кафе на этом этаже. Дельфинарий где-то здесь. По идее, дельфины должны сейчас аттракцион делать. Шоу не начинается. И непонятно, когда начнется. Дельфины тут. Один дельфин плавает, другой в зал.
прикольный. Мне понравился этот аквариум. Такой средняковый. Я иду сейчас в Family Mart, подзаряжусь, поем. И пойду уже смотреть. Ближе к 5 намечается дождь. Я думаю, 5 я уже закончу. Наверное, посмотрим. Если дождь не пойдет, дальше еще пойду. Здесь музей железнодорожный есть рядом. А это, я думаю, частные дома. Классные новые дома. Я и говорил, уже под сакурой начинают сидеть. Здесь уже цветет. Так, смачно поел якисоба с хэшбрауном. Витамина 1000 с чем-то. 1200 С, витамина С. Бутылку хрякнул. Чай теплый взял с осадком. Через 2 часа начнется дождь, по прогнозу. Так что валю я в этот соседний. 15 минут идти. Через парк. Это Умикоджи парк. Посюду поезда ездят. Здесь можно на скамейке сидеть и наблюдать за поездами. Много полос, потому что рядом станция Киото. Я думаю, здесь шинкансены. Может и нет. Может и да. Тоже едут. И рядом железнодорожный музей, когда они совместили. То есть в парке отдыхаю, смотришь на поезда. Они вообще любят поезда. Смотреть на них. То есть они могут втыкать часами. Строить, ездить, и у них престижно считается быть ведущим поезда. Так что тем временем здесь саламандра, памятник. Кстати, они здесь водятся, так что может цапнуть. Ты куда поперла? Такой шматок. Я обошел этот парк, там аквариум, где был. Ну, каждые 3 часа дельфины. О, да, вот шинкансен. Какой длинный. Вижу людей в окне. Я планирую на этом шинкансене покататься. Ну, чисто для пробы. Он дорого стоит, но это стоит того. Во-первых, он быстрый. Во-вторых, ты с окна видишь все. В-третьих, на дальнее расстояние, за 2 часа примерно, можно с Осаки до Токио. Я буду сейчас переходить на ту сторону надо. Так вот, я думаю, вот на Хоккайдо как-то съездить, когда будет время, желание есть, но время, и посмотрим, как совпадет все. Все звезды совпадут. И на юг, Фукуоку. Но это в планах долгосрочных. Но вот я думаю, на шинкансене. Интересно, карта показывает, что я могу перейти. Может, тут под землю. Еще одна саламандра. Здесь их много. Еще один шинкансен поехал. Так, куда же? Это электро. Как же перейти? Сюда, я думаю. Да, здесь. Небольшой переход. И в том числе автомобильный, односторонний.